Так-с. Продолжаем. Покривлялись, херней позанимались. Ага. И нам нужно теперь сюда. Все, короче, мы проложили путь. Сейчас мы должны просто спокойно дойти. Тут никаких казусов, ничего. Просто вот нам дали ключ, мы сейчас откроем. И пройдемся, и посмотрим, что там есть. Но перед тем, как пройти вот это все, мы должны пройти по кругу. Если бы я был крутым блогером, я бы... Ой, правда подумал, наверное, скоро таким и буду. Может, скоро, вообще скоро. Капец, мне будут все смотреть, все ждать новых серий и так далее. Короче, если бы я был крутым блогером, я бы сказал, мы, конечно, можем идти в это здание, но сначала мы... Прорекламируем там Shadow Legends какой-нибудь там, World of Tanks, Мир танков и так далее. Но это потом. Я могу так просто взять и прорекламировать танки или еще что-то. Просто взять сам и вот бесплатно это сделать. Ну, мне не интересно, ни за деньги, ни за это. Хотя, если честно, если бы я узнал, какая цена будет, я бы, наверное, прорекламировал бы. А чё бы и нет. И выторговал бы себе какую-нибудь выгодную промо-код, промо-акцию какую-нибудь, чтобы через меня именно покруче было. Чтобы меня смотрели, через меня промокод на... Те же игры, которые есть. И хуякс, мой промокод даже круче был бы там. Допустим, где-нибудь у кого-то 100 голды, а у меня 1 000 000 голды. Ну, классно же. Да, Юджин пообещал сразу же отправить помощь, как только доберется до материка. Только вот что, вернуться он не обещал. Полагаю, он из тех, кто не будет заморачиваться по таким пустякам. Все оставшиеся на острове попытаются выбраться из этого кошмара. И останется лишь надеяться, что от этого... Что это его знакомый или знакомая из архива сможет сотворить чудо. Плевать, что они там творили в прошлом или что они сделают сейчас. Чарльз должен сдохнуть. Большинство желают того же. Хотя нашлись и кретины, которые хотят оставить его в покое. Это чертов Уоррен совсем рехнулся. Ну, знаете, вот с другой-то стороны, поезд можно было бы оставить живых. Просто его могли бы просто утрамбовать куда-нибудь. Ой, еще записка, подожди. Список поставки. Куриный корм, козий корм, материалы для ограды. К черту все это. Какой смысл кормить и запирать животных, если их уже сожрали? Да. Тут, кстати, по-моему, ни одного животного не было. Ладно, мы это все забрали. Теперь спокойно можем двигаться вот к этому незнакомому NPC. Ой, блядь, я помню, там, короче, будет босс. Левый, конечно, будет босс. Не относящийся к игре, к сюжету игры, как бы, ну, в основном так, но тем не менее. Так, ладно. О, да. О, ноу. Броня. Так. У нас получается 8 уровня урон. Урон. Так, броня 5 уровня и скорость 3 уровня. Я думаю, лучше на урон. Делать скидку. Делать ставку. Чтобы поезду этому дать пизды. Ну, давай, поезд. Где ты? О, слышу. Вот он. Говнюк, давай. Ой-ой, какой ты страшный. Пошел нахуй. Ой, я его проебал. А все за тебя, поезд, ёбаный. Ты, блядь, заебал. Пошел в жопу. До последнего. Пошел ты нахуй. Пиздуем обратно. Я уже до какой-то ебатни уж дошел, далекой. Хотя я здесь обходил достаточно, что могу сказать наверняка, что я уж тут был, точно.
Так, ладно. Он просто мне вернул ту часть, которая позволяет ремонтировать деталово. Вот сколько я потерял, столько я и вернул. Все. Круто, блядь. Подожди. Стоп. Угу. Так, пойдем. Похуй. Подождите, а здесь есть что-нибудь? Хлам, мне нужен хлам, мне нужно дохера хлама, я просто там купаться в этом хламе готов просто. Был бы это хлам, хаб какой-нибудь, ну вы поняли, на кожаном диване, где куча Чарльзов на меня сыпет хлам, и сказал, давайте еще. Господи, какие у меня мысли ужасные в голове крутятся. Интересно, есть ли хентай с этим Чарльзом? Надо посмотреть. Главное, чтобы не его и не фури. Зачем я это говорю на ютубе? Ну ладно, я же просто об этом сказал, что есть такое, я это не смотрю, никому не советую. И тем не менее. Так, мы должны найти халам, да, халам это основа всего. И мы должны найти вот эту хуету. Ну как найти хуету? Мы ее нашли. Нам просто нужно зайти, сказать здоров, давай халам, до свидули, все. Вся суть игры. Да-да, опять прозрачные эти, блядь. Чё с тобой? Огуречная дама. Мне нужны мои огурчики. Я слаб, я последний банк огурцов только одна от тебя на острове спрятала. И на прозапас в своём огуречном пещере. Я бы давно застала, и кто-то потеряет свои ключи. У кого-то на острове должны быть маринычки, то есть отмычки. Принесёшь мне банку особых маринованных огурчиков, я отдам тебе награду весь хлам, что у меня есть. Лучше бы ты что-нибудь дорогой дала, ты вроде симпатичная. Ну ладно, давай только огурчики. У меня тоже есть один огурчик, он... Я столько времени тут проходил, у меня он тоже замариновался, можешь взять. Такс. Хлам есть. Обожаю огурчики, огурчики это любовь, огурчики это жизнь. Я обожаю огурчики, только они делают меня счастливой. Огурчики, 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 огурцы. Пиздец. Хлам. Ну, я, в принципе, я понимаю, вот, типа, знаете, когда что-то очень нужно, ты прям этому молишься. Мне вот, если честно, не огурчики, так вообще хлам. Хлам, хлам, хлам. Я только ради хлама и живу. Хлам. Ладно, отправляемся. А куда мы отправляемся? Подожди. Ага. Пешочком придется пройти. Окей. Пробежимся. А, ну, в принципе, можно и тут пройтись, да? Это сделано специально, чтобы по пути еще можно было хлама надыбать. Ну, я так думаю. Я надеюсь, блять, что здесь будет хлам, сука. Ну, есть, да. Я сам себе не навру. Вот кому-кому, а самому себе что врать-то, ё... Я что, сам себе враг, что ли? Конечно, я врать не буду. Так, надо идти сюда. А если сюда пойти? Что здесь? Мне показалось. Мне сильно жестко показалось, что там хлам был. Я же говорю, я помешан на хламе. Так, ладно. Хлам не хлам, но я должен пойти посмотреть. Что такое? Что это за звуки? Ой, что за картинка? Что-то разрушается, что-то разрывается. Здесь нихуя нету, ну ладно. Так, подождите, вернемся сюда. Здесь может быть хлам. Хлам это святое. Епт. Еще хлам. Блять, что-то я заблудился, стопэ. Да, вот сюда еще надо спуститься. Ага. 10 хламов. Мы сможем себе так нихуёво прокачать броню хотя бы один раз. Ой, броню, оружие. Урон. Здесь нихуя, да, больше нет? Смысл здесь ходить? Тогда. Я вот единственное, что думаю. Здесь может повстречаться мне говнюк.
Еще хлам. Это уже 13 хламов. Ну, это ж прикольно. Я сейчас еще там схожу. Набуду до хера наверняка хлама. Еще эта баба мне даст хотя бы. Хотя бы хлам даст, и все. Да, будет классно. Че? Вот здесь еще не посмотрел. Здесь дохуя его, наверное, будет, да? Блять, звуки какие-то. Бля, будет хуево, если я сейчас встречу паровозик. Это вообще будет пиздец. Так, ладно. Пиздец, не пиздец. О, краска. Уже синяя краска, классно, чё. Так, это мы все посмотрели. Хлам у нас есть. 16 хламов. Почему я каждый раз думаю, что хлам, который я надыбал, он будет больше по объему? А их вечно по одному. То есть, вот то, что я подбираю, это одна единица. Все одна единица. Но, тем не менее, надеюсь, что будет как-то по-другому. Что это такое, нахуй? А это вода такая. Бать. Я уже столько надыбал, мне уже нихуя не надо. Огурцы, огурчики, 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 огурец. Блять, ради этого. С помощью недолгих манипуляций мы все-таки смогли это все найти. Все сделать, и у нас, соответственно, появилась банка с огурцами, в которой говорится, что, блядь, лучше мы не будем медлить, наверное, и пойдем быстрее отнесем ей огурцы. Типа, никогда, сука, не медли, блядь, ни при каких обстоятельствах, смотри на банку с огурцами, ёб твою мать, вообще, ебанулись, наркоманская дама. Но это, скорее всего, не дама ебанутая, и даже разработчики не ебанутые, игра не ебанутая, просто решили сделать минутку юмора. То есть в игре должны быть куча персонажей, соответственно, и они все должны быть разные. Какие-то серьезные, какие-то напыщенные, какие-то, блядь, испуганные, какие-то опасные, серьезные. А какие-то вообще ебанутые, вообще упоротые должны быть. Иначе как? Разнообразие, ёпт. Так, ладно, мы сейчас дойдем до этой бабы, она нам даст. А потом еще даст хлам. Я прям так прыгаю, наконец-то мне дадут. Ты тоже счастлива, милая. Вот, я принес огурцы. Огурцы принес. Мои огурчики. Ах, как же я благодарна тебе за огурчики. Ты мой огуречный герой. А вот тебе немного хлама в награду, охотник, за огурчик, за огурцами. Ты меня обнять хочешь? Слушай, мне кажется, ты, блядь, Харли Квинн тебя озвучивает. Серьезно. А, сука. Дай. А где? Подожди. А где? А, нихуя себе, 48 хламов она мне дала. Ёб твою мать. Ух, сука, как я в ахуе, как я счастлив, как я рад, у меня есть ты. Хочу сказать благодарю и говорю спасибо. Ёб твою мать. Так, ладно. Идем к моему охуительному кораблику. К моему поезду охуительному. Мы должны найти его. Как только мы его найдем, мы его оснастим всем, чем только можно, и пойдем. Главное, чтобы этот пиздорас, пиздос не пришел вовремя. Ну как, для него вовремя, для меня не вовремя. Это будет полный расколбас просто. Во всяком случае, если мы стоим где-то здесь, он нас не тронет. Но лучше поехать вот сюда. Вот так. Теперь мы синие или фиолетовые, я не знаю. Так. Что прокачать? Ну ладно. Ну ладно. Мы почти крутые. Нам-то тут что, пройти, да, вот эту хуету? Все, сходим сюда. Ой, чувствую себя каким-то пиратом, сошедшего с палубы корабля. И типа я такой, ну здесь давайте, здесь. Я сказал здесь. И охуительный транспортный кораблик остановился там, где надо. Это охуительное чувство, на самом-то деле. Такое можно испытать либо в детстве,
Либо когда ты уже конкретно уже взрослый человек. С одной стороны, ты такой как бы, ну, фантазируешь как-то, типа, ну, блядь, а с другой стороны, ты реально, блядь, ну, как машинист, ёб твою мать, нихера себе, машинист, это не хуйня какая-то. Так, ладно. Если мы пойдем по вот этому пути, мы пойдем вот сюда. А потом, соответственно, я вернусь назад, и мы пойдем уже по вот этому пути. Дальше у нас, да тут немножко, в принципе-то, чё? Эта игра будет просто пройдена на раз, два, три. Но если я не буду пиздеть так очень много, попусту, мы, блядь, очень быстро пройдем. Это будет так классно. Мне нравится, мне нравится. Здесь-то как бы, ну, игра как бы сжата одним сюжетом. Но, тем не менее, тебе дают возможность вот этим одним сюжетом, вот этим прямолинейным сюжетом просто взять и однолинейным. И насладиться по полной всем, чем только можно. И ты себя ощущаешь не как в Скайриме, миллиардным каким-то, блядь, человеком с миллиардными способностями и званиями, а просто конкретно охотник на чудовище. Ты такой чик-чик-чик-чик. Ты охотник на чудовище, все, больше ничего не надо. О, еще одна краска. И хлам. Тоже. 7 хламов. Я могу хоть что-то по мелочи себе сделать. В принципе, чем дальше я иду, тем больше мне хлама нужно. Потому что ебать, ёб твою мать. Так, ладно. Мы сейчас осмотрелись. Здесь мы осмотрелись. Ой-ой-ой. Я слышу, как на меня поезд там идет. Да похуй. Во всяком случае, если этот домик, блядь, открывает... Яйца. А, фу, испугался. Так, надо смотреть на свет. Свет, свет, свет. Света нигде бегающего нету. Значит, поезд на меня не бежит. И во всяком случае, он как долбоеб сам себя еще выдает, поэтому... Он когда бежит, он еще звуки издает. Мы сможем спокойно услышать это и спрятаться. Никаких проблем не будет. Так, ладно, что у нас тут по письмам? Я молюсь, чтобы кто-нибудь из первой группы спасенных догадался отправить лодку назад. Но, похоже, они решили, что корабль Джорджа до сих пор помогает оставшимся. Им надо. Им там на материке небось хорошо и уютно. Никто не считает нужным убедиться, что спасены все. Я понимаю, что... Я понимаю, вряд ли кто-то ожидал, что Чарльз потопит целый корабль. Но все же, мне становится дурно от мысли, что сейчас я мог бы уже быть так далеко отсюда. А что тут? Из-за беспомощности, что ли? Только о своей шкуре люди думают. Семья. Вот семьи у тебя здесь нету, вообще семьи нету. Это хорошо в плане того, что, типа, ну как, если такая ситуация, ты сражаешься, ну, за себя. То есть ты не переживаешь. А хотя есть семья, вот, а да. Тут семьи не заводят, блядь, только о себе думают. Ой, господи, ой, ёб твою мать. Да ты же один, блядь. Переживать не за кого. Радуйся, живи с удовольствием. Ну, создай что-нибудь, не знаю, уплыви отсюда, или разъеби этот уже корабль. Создай какую-то, я не знаю, команду, группу, и пускай все начнут разъебывать этот корабль. Нет, синоид. Ничего не получается. Не, может, просто такой ситуации не было, хер его знает. Это как во время войны. Вроде как бы ты, у тебя руки-ноги есть, голова тоже на плечах есть, все есть, ты как бы здоровый, и все, но противостоять никому не можешь. Может, тут такая же ситуация. Безвыходный, самый настоящий. И они просто хотят съебаться отсюда. О, Ленин! О боже, им удалось убедить кого-то прийти к нам на помощь. Это крат, что ты здесь, но я не могу здесь больше оставаться. Этот остров просвоит меня с ума. Я потащил с собой все свои пожитки. Как только прибудет лодка, я тут же уберусь отсюда. Хотя, знаешь, я только сейчас понял, что забыл дома свой дневник. Не пишешь его мне, а? Почувствуй опасно, но не на таком поезде, у меня есть все шансы. Я отдам тебе весь хлам, что у меня есть. Только принеси мне дневник, когда будешь приезжать мимо. Так пиздел, что увлекся. О, хуя себе далеко. Далеко. Окей. Отправляемся на свой поездочек и пиздошим туда. 15 хлама. Мы спокойно сможем себе восстановить... Ой. Воссоздать тот идеальный... Поезд, который мы хотим. Поезд РЖД. Самый идеальный поезд — это поезд РЖД. Российские железные дороги. Так что сейчас мы все сделаем, и у нас все будет четко. Mm-hmm.
блять. Ладно. Уже хорошо. Так, серый. Серый, да? Просто, чтобы вся краска слезла, нахуй. Если хотите такой эффект, вот так вот можете и сделать. Так, давай сюда. Ого. Сколько тут еще юнитов-то? Текс. Депо. Мы прибыли. Все загружайтесь. Это Доки Трэш поезд. Обычный поезд ничем не отличается, просто надпись Доки Трэш. Неосторожно, Собчак, не Дудь, не еще кто-то что-то. Просто Доки Трэш. Очень непопулярный канал, но тем не менее старается активно делать свои видосы. Поэтому поезд от его компании, от его канала. Так что садитесь, наслаждайтесь, радуйтесь. Вот вообще с кем я разговариваю, хуй его знает. Я просто не представлял, блять, что был бы я машинистом, нахуй. И блогером одновременно. И я бы спокойно, блядь, занимался тем и другим. Угу. Так-с. Тут мы все посмотрели. Так, мы посмотрели здесь все. Мы посмотрели вот этот вот вагончик. Мы посмотрели вот это все. Я это все проговариваю вслух для того, чтобы самому сейчас сказать, что я все уже все. Я чтобы запомнить. Короче, здесь мы все посмотрели. Здесь мы тоже сейчас уже все посмотрели. Хлама у нас, да? До жопы. Уже 9. Уже это нормально. Хоть на какую-то хуйню хватит. Вот кровь вижу, кого-то сожрали здесь. Но это тоже ничего страшного. Возможно, это кто-то пролил, ебать, сок. Вишневый или томатный. Ну, лучше вишневый. Томатный я ненавижу. А вот вишневый будет заебись. Какая-то будет вишневый. Этот хлам так неудобно разбросали, блять. Сука, уже сколько тут играю, до сих пор не могу привыкнуть. Хотя, когда играешь без записи, оно как-то вообще как-то кажется уже, ну как, само по себе разумеющееся. Когда ты не записываешь, можно спокойно включить что-то на ютубе, что-то левое, и смотреть, слушать, и играть спокойно, и все, и посрать. А тут вот она как, проходить надо и рассказывать. Так, чтобы скучно не было. Так, хлам. Блять, мы до хера хлама нашли. Мне хочется сказать, хватит. Вы чё, блять, я так охуею? Оборзею, охуею, столько хлама, блять. Вот был бы прикол, если бы я изначально этот хлам бы не собирал. Но этот поезд, как там, третий, четвертый раз на меня преследует. Вот в последний раз он... Предпоследний раз чуть не разъебал. А, и в последний тоже чуть меня не разъебал. Если бы я не прокачивался, я бы пиздец, я бы сломался. Когда я первый раз играл, я не знал, что его прокачивать. Вот так думал, ну похуй. Видимо, скажут, когда. И типа меня поезд разъебал только так, как за здрасте. Просто вот, блять, ебал как мог. Как хотел. Так, надеюсь, я был? Конечно, не был. Че я, блять? На хлам смотрю и думаю, был я, если не был. Наверное, был, блядь. Просто как ебанат хлам забыл. Так, ладно. Ай, сука, сука. Впервые в жизни я, сука, ненавижу свой поезд. Какого хуя, блядь, я забираюсь на тебе? Блядь, опять глючит. Ох, хлам, хлам. Хлам, святой, приз, святой хлам. Сколько здесь хлама. Еще до обвала мне удалось завести в каньон запасную матрису с помощью моего старого доброго шахтного поезда. Кажется, мои самые важные пожитки лучше спрятать в ней. Здесь обычно никого нету, а пути так и не достроили. Неделю назад я хотел забрать кое-что из матрисы. Но несколько людей у Уоррена разбили там что-то типа лагеря или базы. Даже не знаю, как теперь безопасно добраться до моей коробки и сколько я еще протяну без нее. Пожитки просто свои захуярю. А ты кто, блядь?
Добро пожаловать на Аренарум, человек из архива. Прошу меня извинить, в советских бюджетах я не силен, видимо, меня есть, что вы сюда не болтать пришли. У меня есть к вам небольшое, так сказать, деловое предложение. В коне неподалеку входит матриса, в ней очень дорогая мне синяя коробка. Не будьте, вы человечку там же разбили лагерь бандиты. Отыщите синюю коробку и притяните ее мне. В награду получите немного хлама. Заебись. Охуительное предложение, я согласен. Перевели, конечно, так, вот как перевели, так перевели. Могли бы просто... О, еще, блядь, белая краска, нахуй. Белый поезд будет, тут еще круче. Могли бы просто, я не знаю, перевести, типа, не хлам, а металлические материалы какие-нибудь, да, стройматериал, блядь. Так очень, как будто я падаю в йогурт. Может, мои промежности, там, у меня жопа моя, может, на... это йогурт, блядь. Ни в одной игре так ты не падаешь. Даже в чужих, когда за чужих играешь, там нет такого. Ого. Ну чё, сука? Ну давай. Я тебя знатно подпалил жопу, да? Я далеко из-за тебя уебал. Ну чё, сука, давай. Ноу. Блять, давай, блять, сука. Ага. Обратно нахуй. Все, этот долбой обсыбался. И самое главное, что живот ты здесь не найдешь, блядь. Хотя по карте так можно было бы, да? Разъеб такой сделать. Так, короче, это. Надо вернуться обратно. Как мы, собственно, и делаем. И все, и потихонечку сделать эту хуйню. Так, ладно. Какая там краска? Чисто белая, да? О! Чё? А чё ты остановился? Я даже не там проезжал. Ну ладно. Хуй с тобой. Всё правильно. Так, ладно. Короче, мы сейчас прокачаем. Вернее, вернём. Хотя бы его в исходное положение. Ага. Ладно. Все. Так, короче, огонь. Ну его нахуй. Лучше вернем обратно эту хуйню. Мне огонь не нравится. Так, короче. А как дальше? Че, пешком пиздовать? Ладно, пиздуем пешком. Нам сейчас нужно отправиться туда за синим ящиком. А там эти будут... хулиганы, бандиты, разбейники. И нам нужно очень аккуратно пройти. А я помню, по-моему, эту локацию. Там, по-моему, храм. И нужно пробраться под храм, да? Или это подвал? Блять, слава богу, я бегаю быстро. Бегую. Так. Ага. Сука. Главное по прямой не бежать. Ау. Ой, сука. Тихо. Ой-ой-ой. Ха-ха-ха. Лох. Ой, какой ты лох. Так, металлолом собираем, пока он за ним бегает. Он как идиот будет бежать, короче. Оба. Ой, синяя коробочка. О. Ай, сука, ай. Бежим. Жизнь не должна восстановиться.
your face! Ого. Ай. Ладно, отбегаем, отбегаем. У нас есть шанс. Вот этот мост, который, блядь, пиздец. Ай. Перезаряжайся, мужик, перезаряжайся. У тебя есть шанс, даю тебе шанс, блядь, перезарядиться, сука. Давай, перезаряжайся, говно. Все, бежим обратно. Как? Ай, не это самое, это пиздец. О! Ай! Ай! Мы собрали хлам, нам похуй. Ай! Пошел в жопу. Сука. Ух, блять. Давай, сука, давай, нахуй. Сейчас я тебе пизды дам, сейчас. Блять, а поезд? А, поезд-то мой не здесь. Поезд-то мой в ебенях. Ты все? Скучно как-то. Я уж думал, будет долго. Ладно, бежим обратно. Синяя коробка находится в матрисе в каньоне. Ну, коробку-то я взял. Да сука. Чё и свистит? А где ты там свистишь-то, блядь? Ты что, не так далеко от меня съебался? Да-да, это самая коробка. А теперь забирай свой хлам и прочь отсюда. Спасибо. Ого. А где ты? А где это говно? Ничего ты не сможешь сделать, меня тут нету. Мне нету ни тут и ни там. Да ж чувака, да этого не найдешь. Сука, поезд-то мы здесь. Ебать меня во все. Так, ладно. Ух, сука, далеко придется. А без поезда-то все жопа. Главное, блядь, не звездеть. Это ебаный паровоз, потому что, блядь, если он сейчас меня найдет, мне опять придется к тому усатому мужчине симпатичному идти наверх подниматься. Я не хочу быть этим мужчиной усатым симпатичным. Потому что я боюсь того, что я уже считаю его симпатичным. Это ужас. Так, светится. Это у нас, скорее всего, шахта некая. Сейчас мы эту шахту найдем. Только сначала мы найдем свой поезд. Прокачаем его. Ок, там 43 хлама. Заебись. Было бы заебись, если бы еще бы хлама. Еще столько же, сколько у меня есть. Еще плюсом. Было бы классно. Однако не все так гладко, как хотелось бы. Еще по пути бы коробочка. Ух, чукров. А, нет, это тень. Вся. Так, пойдем-ка сюда. Угу. А, сука, отмени. Откати. А, надо было б... урон. Так, а как мне сейчас? Жопой ехать, да? Ну, с жопой, поехали с жопой. Тут как раз у нас есть тропинка, и мы вот этой по тропе вот этой пойдем. Если, конечно, все пойдет по плану. Угу. Ну, в принципе, оно и пойдет по плану, все. Я
проебал что-то? А, вот эту хуйню проебал. Ага, все. Где? Да похуй уже. Все, бежим так. Блять, в наушниках, конечно, когда ты все это слышишь, это пиздец. Если бы я их снял, конечно, эффект был бы не тот. Но когда ты в наушниках, блять, сидишь такой в тишине, блять, и все это ощущается в обеих ушах, это как-то, ну, блять, чересчур гиперреалистично. Типа такой, ну нихуя себе. Ха. Листики, цветочки, блять, все это хуярит. Страшно. Блять, опять здесь бродить, хлам искать. Сука. Ладно. Ну сюда-то он не придет, да? Уже приходил. Еще хлам? Нет, показалось. Hi. Жердяй, на меня похож. Эй, ты же недавно здесь, да? Тебя прислали на основную работу. Видимо, ты... Не нужно кое-что вон из тех башен. Да не переживай, это не бесплатно. Я тебе дам зарплату, я еще же щедрый. Понимаешь, для материки никто не слыхал, не слыхал о горных работах Уоррена. Господин Уоррен, он даже про обвал никому не сообщил. С тех пор мы от него ничего не получили. Жилье в ужасном состоянии. А моя зарплата при моей квалификации куром насмех. А в доверение всего никто из наших актеров не получил свой договор. Мои работяги это переживут, а вот моя безупречная репутация будет подмочена. Как только выберусь с острова, засужу этого Уоррена. Но мне нужно доказательство, что он нарушил контракт. Те бумаги как раз подойдут. Он хранит все бумаги на самом верху этих башен. Не буду объяснять, когда догадался, ты вряд ли поймешь. Проблема в том, что он построил эти башни задолго до начала нашей работы здесь. И теперь они сыпятся на глазах. Я бы и сам туда забрался, но раз уж ты здесь, иди разузнай, что там да как. В награду я выдам тебе немного своего лишнего хлама. Ну, не стоит благодарности. Хе-х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 е. Вот один смех сплошной. Тупица какой. Не хочется оскорблять шахтеров. Шахтеры люди тоже не глупые. Но именно этот шахтер дебил какой-то. Это какой-то мастер, прораб, кто он там, блядь? Я хуй знает, кто он. Ага. Размазался, нахуй. Ладно, попробуем пробраться другим путем. А другим путем, наверное, и не получится, да? Ага. Понятно все. Хлам. Слава богу, жизни восстанавливаются. Оказалось, что нет. Так, ладно, пробуем еще раз забраться. И я помню, что я тоже с этим ебался когда-то давным-давно. Хоп. Хоп. Все. Хламчик. Тут очень легко зарабатывать. О, лаймовый цвет краски. Лаймовый. Так, лаймовый цвет краски. Мы сейчас как только зайдем, сразу перекрасим. Главное не перепутать зеленым. И не подумать, что это новый цвет. Лаймовый он такой, поярче зеленого. Ой, что это такое? Красный. А-а-а, все, надо выбраться срочно. Так, подожди. Стоп, я здесь был. А как? Только если так.
Ай! Ладно. Дебил, блядь, еще раз попробуем. Кусок говна, давай. Мне кажется, вот не самое безопасное место. Хотя у меня сложность стоит обычная, то есть по нарастающей оно будет у меня сложность. Если поставить сложность на максимум, наверное, поезд прям сюда будет забираться, на крышу, блядь, помогать мне добывать хлам. А потом просто давать мне будет посусат. И все. Такс. Че? Не показалось, что жуков каких-то видел? Показалось, уже глючит. Спать надо. Так, короче, мы сейчас заберем этот хлам. Получим еще сверху хлам. Ой. Че, по веревке, что ли? Ой. Правда, подумал, пиздец какой-то. Даже грушу кикит летает. Значит, я не псих. Хотя мог подумать, что я такой. Не, ну я псих, если я сейчас предположу, что надо скакать сюда. Точно псих. А как, блядь? Ну реально по веревкам? Заебумба, блядь. Ладно, еще раз пройдем по пройденному пути. Хоп, 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 хоп. Ой, блядь, паровозик, а что ты мне сделаешь? Паровозик, хуёзик, что ты мне сделаешь? Долбоёзик. Паровозик, долбоёзик, что ты мне сделаешь? Нихать мне не сделаешь, потому что я вот тут, а я на вершине, а ты ничего не сделаешь, потому что ты долбоёзик. Точно. Хоба. А сосня от сосня. А дальше? Хе-хе, я дебил. А дальше-то как? А дальше никак. Дальше только... Блядь, дальше я не ебу как. А как, сука, дальше? Как? Как? Ну тут дальше пути нету. Что я тебе сделаю? Так, у нас вот есть вот эта хуйня, вот эта хуйня, вот эта хуйня. Все, больше у нас хуйни нету никакой. Дальше пути тоже нету. Как я тебе доберусь до туда? Ладно, давайте попробуем. Ой, блядь. Давайте попробуем. Ну, веревку-то я не смогу. На веревку, сука, он не хочет прыгать, говно. Так. О, о. Охуеть, я забрался. Нихуя себе. Это точно нужно занести в книгу рекордов Гиннесса. Просто такой исключительный долбоебизм. Такой исключительный редкий. Во имя контента, блядь. Во имя прохождения игры. Просто ломаю игру, нахуй. Как в той игре, которую я играл. Не знаю, вышла она уже или нет на момент записи. Возможно, уже вышла. Я допрошел этот White Day. Корейский хоррор, короче. Таиландский, блядь. Там, короче, надо было пройти через бассейн, короче, по воде. И я, короче, это должен был палочки собрать. А палочки собрать надо было взять. Только если я правильно выставил время в трех местах, там, по часовому поясу. А я просто взял, короче, узнал, как оно ходит. Просто алгоритм, как оно ходит. Игра это не просчитала. И я без палочек добрался. В GTA 3 я через сломанный мост прошел. Чтоб в оригинальной, что в ремейке. Короче, ладно.
Начать работу по добыче оказалось сложнее, чем планировалось. Дело не только в стоимости, но и в логистике строительства, доставке припасов к основным местам раскопки. Если мы хотим избежать банкротства, нужно как можно быстрее найти золото. Окей. Окей, блять, найдем золото. Мы тоже найдем золото. Че, а хули нет-то? А все, что ли, я нашел? Я все нашел то, что нужен. Подождите. Что-то я запизделся. Слава богу, я не пошел вниз. Мне кажется, это у меня такое дежавю было. Мне кажется, в прошлый раз я, как дебил, пошел вниз. Документы. Все. Ага. Я же, ёпта, Человек-паук. В говно, просто не в кашу, а в говно даже. Как ловко ты получил за марсатя башни, словно мартышка. Ну вот теперь я доволен, благи у меня. Ну держи свой бесценный хлам, только в тем разу не трать, ха-ха-ха. Тут типа реально хлам вместо денег, блядь. Он похож на этого чувака из Far Cry, который во всех частях появляется практически. Ну как, с третьей части он точно появляться начал, там такой тоже жирный был. Тоже с мартышками. Блядь, мне кажется, это он. Сука, как тебя все занесло. Эта игра хорошая, но просто как я сюда занесло. Тоже как бы, ну, вопрос на миллион. Ладно, короче. Это хуета. Ой, сука, я прям очкую, думаю, сейчас не туда пойду, блядь. А мой поезд вот тут. Классно, блядь. Двадцать шесть хламов, ебать. Какой ты щедрый, сука. Только сейчас посмотрел, что ты меня наебал жестко. Так, ладно, отправляемся к своему поездочку. Мы хоть немножко, но прокачаемся. В конце концов. Блин. Конечно, прорисовка неба немножко такая... Вроде такая своеобразная, не совсем, не совсем. Херовая, не херовая, херово знает, блядь. Она вроде как бы и настоящая, как будто свет пробивается. Родственная какая-то хуйня громоздкая. Просто взяли, напечатали в небо что-то. И оно вот... Платформы какие-то. Это Майнкрафт такой на максималках. С максимальными багами. Так, надо добежать. Лайм. Вот он. Во. Да. Ну такой. Блять, опять не то прокачал. Ладно, у нас наравне, короче, урон и броня. Нахуй. Как так вышло, блять? Ладно. Поедем нахуй сюда. Ну, блядь, надеюсь, ты меня туда пригонишь. Куда я хочу. Да, правильно, все. Все, сейчас мы отправимся куда нужно, блядь. А вот интересно, если я сейчас прокачусь вот так вот. Вперед, а потом возьму назад, поеду. Наверняка же меня он направит вот так, да, сюда. Ну как, по закону, всем жанрам. Я просто хочу здесь сразу все. Вы начали выполнять задание Сантьяго. Сантьяго. Так, ладно. Так, давай. О, все правильно. Все.
Вот так вот нахуй все. Сейчас мы набубеним, нахуярим. Сейчас довъебываемся, нас, блядь, сожрет эта хуйта. Мы почти у цели. Ну конечно, блядь, конечно. Ладно, хуй с тобой. Отправляемся вот сюда. А потом сюда еще. Нам же делать же больше нехуй. Тамасяу этого позовем. На самом деле маленькая карта, очень маленькая. Даже как вот по... Так если по размерам даже GTA она гораздо меньше. GTA карта намного больше, блядь. Прикинь, как мы четко, прям подъехали. Ёпта. Прям четенько подъехали. Так, все, давай обойдем, быстренько все посмотрим. Хлам понасобираем. Ой, блядь, что ты выебываешься? Где ты, блядь? Где? О, вот ты где. А что здесь? Такой, ну типа тебя нахуй, да? Чё? Сука. Говно. Пошёл нахуй отсюда. Смотри.